Привет, с вами Данил. В этом видео я расскажу, как пользоваться краном Digital Gain. Сайт весь на английском языке, поэтому возникает сложность, люди не понимают, как им пользоваться. Смотрите, процесс регистрации не буду объяснять. Регистрируйтесь, вам на почту приходит подтверждение, проходите по ссылке, логинитесь, заполняете капчу и попадаете в свой кабинет. Далее, нажимаете раздел XVSet, спускаетесь вниз, и там будет такая кнопка у вас Continue. Переводится «Продолжить». Нажимаете на кнопку Continue, но у меня уже здесь ее нет, потому что я уже в следующем, да, разделе. И после того, как вы нажали на Continue, вы попадаете вот на такую страницу, где будет список криптовалют. И справа в самой последней колонке запись Ready to Claim, кнопка Ready to Claim. И в зависимости от того, какую валюту вы хотите добывать, вы уже выбираете валюту, да, и нажимаете Ready to Claim. Например, я только что добывал Monero, поэтому у меня еще 3 минуты не прошло. 4 минуты, да? Почти. Поэтому можно выбрать Ethereum. Выбираем Ethereum. Нажимаем Ready to Claim. Так, еще раз выбираем криптовалюту, выбираем эфириум, подтверждаем, что мы не робот. Должна появиться галочка или картинки. Но у меня картинок не появляется, поэтому опять нажимаем Continue. Все. Я получил 102.38 эфириум. Здесь нажимаете свой логин справа наверху, выбираете свой кошелек. И видите список валют, которые вы добывали. У меня эфириум, Monero и Dogecoin немного. Значит, минималка по выводу Dogecoin 162. В принципе, его легко очень добыть здесь. Если весь день сидеть. Monero тоже, в принципе, тоже легко добывается, потому что получаете вы его за раз около 1000 единиц. И эфириум. Ну, эфириум посложнее уже добыть. Ну что, друзья, я надеюсь, это видео было для вас полезно. Ставьте лайки, проходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь. Всем пока.